Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим магнитолу от компании Falcon, модель HPH-170G. Зеленой подсветкой. Магнитола идет, поставляется в фирменной упаковке, вот такой вот черный. Давайте рассмотрим комплектацию ее. Так, здесь у нас провода подключения питания и акустики с разъемами ISO стандартного европейского. Также металлическая пластина для крепления есть. Оригинальный гарантийный талон, инструкция и дистанционный пульт управления, ну и сама магнитола. Магнитола небольшая, однодиновая, по длине также небольшая, ввиду того, что нету в ней CD-привода. Панелька передняя несъемная, вот так вот все выглядит. На магнитоле одета шахта, также она идет в комплекте. По разъемам разъемы ISO для подключения питания акустики, предохранитель на 15 ампер, два линейных разъема выхода, вернее, и также разъем для подключения антенн. На передней панели кнопки управления, регулировка громкости, экран небольшой и также разъемы для полноценной карты SD, USB разъем и разъем AUX. Ну и также в данной магнитоле есть режим радио. Вот сейчас мы ее подключим на питание и пройдемся по ее функционалу. Так, магнитолу мы подключили на питание, теперь можем ее включить. Экран, надписи все белого цвета, а подсветка идет зеленого. Она не сильно яркая, то есть приглушенная, ночью не будет выедать глаза. Как я уже сказал, 4 режима. Это режим проигрывания USB, SD и AUX. Также есть режим радио. В режиме радио доступно 3 диапазона. У нас это FM1, FM2 и FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. При проигрывании с USB и SD можно выставлять повтор треков и случайное воспроизведение также треков. По настройкам все они стандартные, низкие, высокие частоты, фейдер баланс, также есть усиление баса, лоуд, объема звука, вернее, и предустановлено 3 эквалайзера. Вот так вот. При покупке на магнитолу распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость такой магнитолы вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.